Родители, друзья, тренеры и руководство Федерации бокса Южно-Казахстанской области ранним морозным утром ждут прибытия поезда из Алматы, на котором должен приехать чемпион Азии Заурбек Султан. И вот она, долгожданная встреча. Под звуки военного оркестра, теплые поздравления, шашу из рук девушек в национальной одежде и море цветов. 18-летний парень из Шымкента Заурбек Султан на чемпионате Азии, который прошел в Бангкоке, выступал в весовой категории до 56 килограммов. Боксер провел на ринге 4 поединка и одержал во всех спаррингах чистую победу. Организация соревнований мне очень понравилась. Нам устроили теплый прием, судейство было объективным. И проведение соревнований на высшем уровне. Провожали так же хорошо, как и встречали. Мне все понравилось. Там далеко, в Таиланде, поднимался наш флаг Казахстана, играл гимн. И не один раз, 6 раз, вы знаете, общекомандное первое место. Мы опять показали, что Казахстан – это сейчас лидер номер один. Не только на постсоветском пространстве, а именно везде. И в Азии. Отметим, что на чемпионате Азии по боксу принимали участие более 200 мастеров кожаной перчатки из 23 стран мира.